Привет всем, это маленькое короткое видео. Маленько приболел я и ничего не снимал. Сейчас все, дай бог, все хорошо, выздоровел. Планы у нас такие, или сегодня, или возможно завтра мы едем к моим друзьям в Логово, это студия «Винил». Будем на капот делать новую наклейку. Вот, а пока, наверное, точнее надо как-то так сказать, пока я ищу новых партнеров на капот, хочу наклеить логотип Красного Кольца, выразить свою, так сказать, благодарность и уважение нашей гоночной трассе. Ну и хоть какие-то будут наклейки на машине, а пока будем искать спонсоров, потому что сейчас зимний сезон уже у нас 19 декабря начинается, и надо готовиться к зимним этапам. Зимой, конечно, будет сложно встать на тумбу. Задача моя вообще на этот год, как, ну, в принципе, и в том году, войти хотя бы в топ-10. Но некоторые спрашивают, почему сложно встать на тумбу. Ну, это, наверное, как бы объяснить-то, больше читеров зимой. Потому что регламента никакого нету. Основной регламент — это идет передний шип, задний шип, полный привод. И некоторые из участников утяжеляют морду, чтобы был лучший зацеп, и за счет этого выигрывают. Ну и соответственно зимой все подряд, турбовые, не турбовые, без разницы. Потому что зимой в основном играет большую роль это рулежка и, соответственно, также вот это распределение веса. Сейчас у нас в Красноярске потеплело, но на дороге очень скользко, а порой бывает страшно не только за себя, но и за других водителей. Вот. В принципе, как бы все. Надеюсь, будет вам интересно. Спасибо, что подписываетесь. Так что ставьте лайки, будет скоро видео. Насчет гаражной кухни, почему она не вышла, но это связано с тем, что у Стёпы, к сожалению, много работы, и пока времени нету на это. Но я думаю, мы в любом случае это реализуем проект. А в выходные будет очередная встреча автоклуба Drive 2. Там будет конкурс «Чистый багажник», где я буду участие в роли судьи. По крайней мере, так мне сказали. Будет жестко. Посмотрим. Должно быть интересно. Так что всем пока. Ну и не забывайте ставить лайки.